Доброе утречко всем, дорогие мои. Сегодня 20 сентября, воскресенье. Мы вчера приехали на дачу от дочки. В однёчко отдохнули. Сегодня будем заниматься порядки. Тут надо наводить, подбивать все, как говорится, сводить концы с концами. Надо убрать вот сегодня нам профнастил. Унести тут 8 листов. Уберем. Сейчас Сережа там приготовит. В сарайке место уберем, поставим его, унесем. Опилок надо в одно место сложить. Вот, наверное, сюда сложим. Вот, наверное, сюда к забору сложим. Закроем линолеумом, потому что ну, все уже, что конец сентября, считай, что тут уже. Каждый день дожди, ливни, бешеные шлебучки. Вон полные, хоть купайся, хоть мойся. Каждый день дождище, ливни. Вчера принимался ливень. Ты так, господи, воды под домом, я вас умоляю. Это вообще вот что творится, если бы мы вот не подняли участок. Вот мы бы так плавали, по колено бы сейчас плавали. Не знаю, видно или нет. По колено бы плавали в воде. Если не больше. Чавкали бы, мявкали. Вот все и застилаем. Застилаем линолеумом. Коврами, запилками засыпаем. О, воды. О, скоро. Посмотрите, уже вот все поднялось. Настолько, что до краев уже. Еще немножко и выйдет за края. Туда палкой померить, так это вообще ужас. Палка сейчас есть, сейчас померяю палкой. Вот. А палку, да, вот тут тыкаю. Здесь вот как бы, здесь, наверное, брус лечет. А вот туда вот как бы глубже, вот туда. Вот где. Вот до земли достала. Вот достала до земли. Вот смотрите, сколько вынимаю. Вот это столько воды. Это сантиметров, наверное, 20-25 воды стоит. Тут вот стоят эти сваи. Так, ну как вот не будет гнить, если все вот так вот стоит в воде. Это ужас просто какой-то. Это ужас просто какой-то потоп. Ну тут вот эти шпалы, так оно тычется в шпалы. Ах, какой-то кошмар просто. Потому что нет у нас канав. Все канавы зарыты. Все на соседнем участке, вот напротив, там у Зои. У них канавы. С трех сторон канавы. У них нет ведь такой беды. Они ничего не возят, не засыпают, не поднимают. А мы столько уже тысяч рублей в эту землю вложили. Не в землю, а в подъем вот этот вот. Столько вложили, что просто немыслимо. Они ведь ничего не поднимают. У них все, у них прекрасно по канавкам утекает. А у нас нет. У нас зарыт. У нас вот тут стоит сарай сзади за нами на канаве. Придурочных соседей. Вот стоит сарай на канаве. Еще к нам на территорию, блядь, залезли собаки. Вот. Там тоже стоит. Вон, покосился сарай тоже на канаве. На крайнем участке тоже стоит сарай. И все, а там должна идти канава. Канава — это спасение от воды. Чтобы я устала об этом говорить. Ужас воды. Но столько воды никогда у нас не было. Столько воды никогда у нас не было. Это вот первый год мы поднимали. Поднимали, бывает, да, сыро, да. Да. Текет вода. Текет вода с неба. Вот смотрите, что тут творится. Вот здесь не поднято, здесь были кусты. Здесь была ольха вырублена. Вот. Здесь была, а вот там была смородина. Здесь тоже вот вырублено все. Вон кочки торчат. Ничего не вижу я. Ничего, такое солнце. Вот по соседнему участок вообще плавает. Вообще плавает. Тут у нас утки плавают весной. Болотина. О, ё-моё. Ой, ё-моё. В траве, конечно, сейчас не дать. Видите, как все запущено, засрано. Забор делать не хотят. Видите, что творится? Травы выше головы. Это все высохнет. Это спичку брось, это пожар. Надо позвонить и сказать, что я пожарников вызову, если не уберут они эту траву. Забор делать не хотят. Нам это не надо, мы продаем. Не могла добиться, сколько лет не могла добиться, чтобы делать забор. Я одна тоже не хочу делать, я не обязана делать одна. Вот так вот. Это все высохнет, пожухнет. И чиркни спичку. И поминай, как звали. Окурок бросят, вот и все. Босс пришел. Все подружки приехали. Ниночка, Людочка. Пискля. Со своей... Как Пискли? Жену его зовут Пискли. Забыла. Ну что, вот сюда придется ставить. Вот. Вот сюда. Здесь железяки надо потом... Куда-то убрать, придется сюда, чтобы не царапать. Придется бочку отодвигать. Отодвину я. Да, да. Сюда отодвину и перенесу. Занимайся своим делом. Да, да, я да. Ты листья будешь переносить? Да, потихоньку. И Сережа одному неловко переносить. Я давай сделаю. Вдвоем по два перенесем. Будет легче. А что, ну что убиваться-то? Мне удобнее по одному, мне удобнее. Ну смотри.
Опять набродишься, потом скажешь, ноги болят. Я потихоньку буду. Только все равно бродить-то потихоньку. Тебе 8 раз сходить. Сел, посидел. Сережа, 8 раз сходить тебе. Или мы сходим с тобой вдвоем 4 раза, хотя по 2 листа перенесем. По 2 листа перенесем. Надо ящики мне еще все поднять. Ты поднял, убрал туда, да? Я еще... ничего не убирал, вот я только поставил сюда. Да, 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 так мне надо поднять, вот наверх надо мне забраться, надо мне сюда. Ну, потом заберешь, так я поставлю. А где у нас, кстати, это, а где это? Чего? Не вижу. Скажи. А вижу, все, скамейка. Просто я приложил ее да, сюда. Да, 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 да. А нам сейчас мне ничего не мешает, я сейчас бочечку отодвину сюда в сторонку, да и все. Да, эти поднять, я сейчас надо ящики подниму, сюда ведра туда можно вон убрать, поднять. И сюда ну, листы занесем. Ладно, все понаехали, короче, опять. Не люблю, когда народу много на даче. Не люблю, люблю, когда вообще надо было где-то купить в Чему-Таракане. Где-нибудь в Ебенях. Купить надо было, чтобы никого. Не люблю, когда соседи на даче. Не люблю. Вообще такой волк одиночка. Я бы одна бы вообще жила бы на необитаемом острове. А хуя тут как ними не мешают, конечно. Ходят, бродят, мне-то что. Но будние дни люблю лучше, чем выходные. Ладно, пошла. Пошла, уберу тоже. Огурцы, потом здоровье. Да, пойду, наверное, в огурцы. Сейчас первым делом уберу, наверное, огурцы. Уже, все, уже время сейчас позднее. Беру сегодня уже, наверное, огурцы. Ой, кусты огурцы. Скрестила огурцы и кусты. Огурцы, сниму вот огурчики, сниму. Маленькие они уже не растут ни хрена. Уже что, ну опять сегодня день солнечный, опять такой. Вот еще они порастут. На таком дне они, конечно, еще порастут. Вот он как был маленький такой огурчик. Я уехала, он такой маленький и висит, он не вырос. Потому что холодно. Холодно, а маленькие чахнуть начинают. Ну, совсем-то зародыши мелкие. Но сегодня опять тепло. Вот тепло опять, они подрастут. Пускай постоят, опять пускай постоят. Опять пускай постоят. И все, пускай да пускай. Пускай да пускай постоят. Вот все и стоят. 20 сентября. Сегодня тепло, хорошо здесь теплички. Тепло, я бошки уже им всем позакрутила. Они уже в высоту не растут у меня, все. Все пооткручены. Головы у них пооткручены все. Вот. Головешки пооткручены. Головешки. Пусть еще подрастут. День сегодня, смотри, какой хороший. Сниму побольше. Ну, уже я не делаю банки. Тут раз сняла тазик. Уже не делала. Половину девкам унесла, девчонкам. А половину свежепросоленными засолила. Или огурцы уехали. Девчонкам. Приехали, попробую. Говорю, что-то Сережка не хватает. Какие-то огурцы, говорю, странные. Вообще ничего не понимаю. Что, соли, говорю, мало, что ли? Ну, ничего. Я торопилась, солила перед тем, как ехать. Мы уже поехали. Это вечером поздно. Ну, как поздно? Приехали почти в 7 часов к ним. Выехали, наверное, часа в 4, в 5. Я торопилась, торопилась, и я забыла положить укроп и чеснок. Просто в соленой воде засолила. Ну, как обычно делаешь, рассол горячий, кипятишь, да? Вот. Но я забыла, и думаю, ну, чего не хватает? Ну, чего нет? Ну, блин, ни укропу, ни чесноку, ни листьев смородины. Ничего не положила, просто огурцы и залила рассолом. И такой, знаешь, ну, получилось непонятно. Ну, я, конечно, что сделала? Взяла их, порезала. Чеснока начистила и прямо уже врезанное чесночку положила, потрясла их так, как бы в кастрюльке, да, маслицем растительным залила. И очень вкусно салатик получился, чеснок-то как бы отдал все равно свой вкус. Вот. Но сразу-то я понять не могла, что за огурцы такие, говорю, у меня засолились, вроде все в норме, соль клала, как обычно, сахар, как обычно, клала. Ну вот видите, сколько маленьких еще огурчиков. Сколько еще маленьких, вот еще немножко бы тепла, они бы поросли. Ну какое тепло на севере, чего мы ждем? Чего мы ждем на севере тепла? Тепла, тепла, какое тепло, какое такое тепло, какая такая любовь? Какая такая любовь? Они бы все бы выросли, запоздалые ребята мои. Ну ладно, что делать, не буду пока еще брать, пусть подрастут. Может еще день-два такая погода постоит, на в интернет залезть. Не буду пока убирать. Я так как с свёклой. Буду выбирать, не буду выбирать. Буду выбирать, не буду выбирать. Так и с огурцами. Буду, не буду. Пусть постоят. Еще тепло, хорошо. Пусть стоят, мои хорошие. Пойду уже. Весь интерьер буду тут убирать. Тоже. Тут у нас туалет. Туалет. Моечка. Тут у нас дровяник.
Ревнячок. Мангал стоит. Вот эти надо все пакетами сегодня поднять наверх. Порядок будем, короче, наводить везде, во всем. Это мы доставали, когда ремонтировали печку. Тут цемент, плитонит, ну и всякая такая фигня-мигня для ремонта. Все наверх подниму туда вот. Все туда вот наверх подниму. Там у нас второй этаж, там все подниму туда. Вот. А сейчас эти все вот уберу. Тут игрульки сложу. Надо, на зиму же мы не оставляем пыль тут копить грязь. Все, магнитики все сниму. Висят. Сейчас все уберу. Потихонечку. Всю красоту будем убирать. Будем уже все готовиться. Ну ладно, буду убирать все.